Дорогие коллеги, вспоминая сейчас 2002 год, я хочу вам рассказать, как зародилась идея проведения симпозиума «Мегастом Вега». В 2002 году у нас уже был 10-летний опыт работы в клинике и 10-летний опыт работы с имплантатами. И мы уже не раз выступали в составе различных других симпозиумов, и, в общем-то, стали достаточно известны в России по имплантации. И вот в 2002 году к Федору Федоровичу пришел профессор Мергосизов Марсель Закевич, всеми нами уважаемый аксакал имплантации, и сказал: ребята, давайте уже, вам пора подумать о международном симпозиуме для того, чтобы привлечь иностранных специалистов для обучения и рассказать о своем опыте, российском, что не менее важным в имплантологии. И поэтому давайте задумайтесь о проведении первого симпозиума. Вот этот человек, который нам подкинул эту идею, и она как раз взросла уже в нас, мы тоже задумывались к этому времени, и, в общем-то, была поддержана. И таким образом родился Мегастом Вега, первый симпозиум. Сейчас мы будем проводить уже 15-й симпозиум. По-моему, 4 или 5 лет тому назад вот проходил симпозиум, о котором я хочу отдельно вспомнить. К нам приехал итальянский хирург, всемирно известный доктор Тинти. Да, он не раз к нам приезжал, но доктор Тинти — это было открытие Федора Федоровича. Наши хирурги практически все проучились у него в Италии. Вот, и к тому времени уже он настолько стал известным, что приехал в Москву, и мы имели, по-моему, наибольшее количество, больше 200 человек у нас присутствовало на симпозиуме. И, конечно, его лекции, особенно по хирургии, они остались в душах и в головах наших хирургов-имплантологов российских, которые применяют все его методики операционные. Я хочу пригласить вас на симпозиум. Я считаю, что на сегодняшний день этот симпозиум перерос у нас в такой интернациональный клуб, где мы встречаемся, делимся своими инновациями, делимся своими новыми методами лечения, делимся своим опытом. Мы в этом году привезем очень интересных лекций, лекторов, да, постараемся, чтобы наши лекции были на уровне, да, привлечем наших коллег, которые работают с имодозом уже много-много лет, и обсудим с вами животрепещущие проблемы, которые стоят сейчас перед имплантацией у нас в стране. Поэтому милости просим, ждем вас на симпозиуме. Заранее буду рад пообщаться со всеми вами. Спасибо большое.